Доброе утро всем. Сейчас у нас апрель. Сегодня такой ясный день. Светит солнышко. И хоть на улице апрель, а вот выпал снежок. И очень прохладно. Сегодня Лидочка уехала на несколько дней на интересную встречу там с женщинами, с хорошими, добрыми. Я остался за хозяина. Вот немножко засниму, как у нас эти два дня пройдут. Привет, народ! Привет, привет! А сколько мы должны в школу ехать, детвора? 9:40. В 9:40 или 8:40? Ой, 8. А то я чувствую, вы там опоздаете от радости, пока с папой дома. Угу. Как настроение? Хорошо. Хорошо. Вы уже одеваетесь, да, потихоньку? Да. Да, ну вот. Привет, привет. Кэтичка тоже. Маргариточка уже готовится в школу тоже. Привет, Дженнифер. Добрая девочка. Ты по мамочке скучаешь уже? Да. Вот так мы начинаем наш день сегодня, да? Дженнифер, привет. Хорошая девочка? Правильно. Маргариточку готовят в школу. Косичку ей заплетает Неллечка, заботливая такая сестренка. Вот. Катенька играет на пианино. Играй, играй, не смущайся. Вот. Сынок дует в дудку. Что там за дудка у тебя, сынок? Неплохо, ладно, понятно. И Джинел здесь сидит, тоже рисует. Привет, Джинел. Видишь, какая большая. Аленочка. Аленочка тоже помогает, убирает со стола. Доброе утро, Аленочка. Доброе утро. Как настроение? Хорошо. Почти готовы в школу? Угу. Давайте, я сейчас вас отвезу тогда. А что там Викочка делает? Давай на кухню зайдем. Доброе утро, Викочка. Ты помогаешь, да, убираешь? Посудку моешь? Ну, спасибо тебе. Мы сегодня с тобой английский запишем, да? Сейчас я детишек отвезу, и мы там быстренько немножко запишем. Замечательно. Ангелиночка, привет! Доброе утро! А у тебя как настроение? Да, и как я сказал, что у нас сегодня апрель на улице, на дворе. Ну вот, выпал ночью снежок, и очень прохладненько. Наверное, примерно 2-3 градуса по Цельсию, буквально около нуля. Ночью-то минус был. Викочка, что за вопросы у тебя ко мне есть? Что ты хочешь кушать? Что я буду кушать? Ты хочешь мне приготовить завтрак? Угу. Здорово. Ну, давай сделай бутербродик с чайком, пожалуйста. Ну, спасибо тебе. Кофе или чай? Давай кофеечки, если есть, там мамочка, наверное, оставила, да? Там готовый только. Давай, только я сейчас приеду, детишек отвезу, и тогда, хорошо? Через пару. Спасибо. Привет. Привет. Ты тоже уже в школу собралась, да? Здорово. Как тебя зовут-то? Маргарита. Маргаровка, маленькая девчутка наша, да? Хорошая моя дотечка. Привет, дотечка. Вот такой у нас холодильник. Холодильник у нас веселый. Здесь, когда соскучишься, подходишь и начинаешь рассматривать всех друзей. Вот. Пока всех рассмотришь, и уже сразу весело становится. Да, мамочка любит ешь на холодильник. У нас здесь даже Кэти вон два зуба выпало. Все, ладненько. А вот мои папа с мамой. Сегодня, может быть, к ним заеду на пару минут. За чеком поеду и заеду, может быть. Вот так наши друзья. Вот сынок с гитарой, да, с утра? Ты в школу ходишь, да? Здорово. Джинала, ты сегодня в школу не идешь? Нет. Ты сегодня дома остаешься, да? Хорошо. Будешь рисовать сегодня, да, с нами? Останешься дома. Вот. Ангелиночка уже готова, да? Вот. Здесь у нас музыканты.
с Маргаритой здесь. Ух, красота-то, а? Вот так по утрам. Кто чем занимается, кто готовится в школу, кто одевается, кто-то уже оделся. Вот, кто-то любит играть на пианино. В общем-то, у всех такое достаточно доброе утреннее настроение и уже почти готовы ехать в школу. Дженнифер, иди сюда. Ты хочешь со мной поехать, деток в школу отвезти? Да? Да. Хорошо, вот спасибо. Громко так ответила. А где твои ботиночки тоже приготовила? Сапожки? Ну давай, одевайся, я тебя возьму с собой, окей? Давай курточку там одень, все, что надо. Я тебя с собой возьму. А здесь уже почти оркестр. Вова на гитаре, Ангелиночка, Маргариточка на пианино. Викочка, расскажи, ну и что ты за завтрак там готовишь себе и мне? А вот тебе я сделаю бутерброд. Ты мне сделаешь бутерброды, да? Ага. Хорошо, а о себе, я что-то там смотрю, ты... А себе я сделаю, омлет. О, омлет себе сделаешь. О, это ты себе готовишь, да? Угу. Здорово. Очень, очень интересно смотреть на деток, которые дружно очень играют друг с другом, и вот им совсем не скучно, они нашли себе сейчас тоже занятие. Вот там, пока другие одеваются, и здесь кто играет, в детстве тоже играли, это бумага, ножницы, колодец или что там, камень. Вот у них полным ходом игра идет. Маргариточка себе занятие нашла, решила салфеточкой вот протереть пыль в словах, в буквах family, семья. А Нелечка все играет и играет. Она у нас одна из самых таких ответственных, что ли, музыкантов. Очень много занимается она и Викочка. Хорошо, Дефора. Садитесь пока на пару секундочек. Нелечка, сядьте по пару секундочек, чтобы вас видно было сюда, чтобы я вас всех видел. Значит, слушайте меня. Сегодня мамочка уехала на 2 дня, окей? Вы будете с папочкой 2 дня. Хорошо, смотрите. Сейчас мы едем в школу, окей? Вы вдвоем тоже со мной поедете. Вы любите мороженое? На обратном пути заедем в Макдональдс? Look at Дженнифер. Да, Дженнифер чуть не улетела от радости. Хорошо, ладно. Слушайте, значит, сейчас мы в школу собираемся, окей? После школы какие у вас планы сегодня? Я думаю, будем обзор. Ну, это вечером уже. Ну, это будет после, как мы придем. А, ну да, значит, сразу. Значит, вы придете со школы, перекусите и сразу обзор сделаем, окей? Mm-hmm. Хорошо. Вечером вы сегодня старше идете общаться с мамой, там, да, с друзьями? Окей. Хорошо. Завтра идем на участок. Нормально? Да. Вот, вы хотите? Да! А если будет так холодно, как сейчас? Это окей. Okay. Вы потепленько оденьтесь? Uh-huh. Ну ладно, давайте так сделаем. Все. Тогда давайте, время пришло нам сейчас в школу, окей? Mm-hmm. Давайте все вставайте, пойдемте. Вот, двери к выходу. Надевайте курточки, ничего не забывайте.
Господь Иисус, будь свой, пожалуйста. Обычно перед выходом из дома мы всегда помолимся короткой молитвой, чтобы Бог сохранил нас и детишек в школе. Так, ну вот. Летим в школу тогда. Доброе утро, детвора. Доброе утро. Ну как, вы в школу собрались уже, да? Здорово, здорово, ладно. Тогда в путь дорогу, поехали. Ой, Дженнифер в школу. А ты только не облокачивай, наоборот, держи в руках. До школы ехать совсем недалеко, несколько минут буквально, и вот мы сейчас немножко покажем, заснимем. Это поет одна из христианских певиц, американских, Аленочка попевает. Школа? Школа с левой стороны. Чтобы ты не выключай, потом так и держи. Что? О, why is everyone wearing hats? Все, детвора, ага. Давайте, все, будьте умнички. Ага. Пока, все, пока. Да, послушные, папочка да. Скоро за вами приедет. Только, Вова, сильно захлопните дверь, окей? Пока. Пока, Маргарита, сильно дверь, Кэти. Ну вот, детки побежали учиться, а мы в сторону дома направляемся. Но я кое-какое обещание, так сказать, детки помнят это. Итак, младшие детки со мной сейчас едут, там Дженнифер с Дженнел сзади сидят. И они хотели мороженое с утра, я им обещал. Сейчас мы вот в Макдональдс заедем. Привет. Да, я куплю им по мороженому. И будут радостные все. Вот, подъезжаем. Написано order. Вот. Написано order here. То есть заказывайте здесь. Hi, welcome to McDonald's. My name is Donna. How may I help you? Yeah, we would like 2 ice cream cones, please. Okay. Окей, thank you. Здесь мы делаем заказ. Потом подъезжаем к следующему окошку, мы платим. Нужно деньги достать. Здесь мы снимать не будем, люди не хотят, чтобы снимали. Здесь мы заплатили. А в следующем окошке у нас будем брать продукцию. Hello. Hello, how are you? Good, good, how are you? Good. Yeah, so ice cream. Бери, Дженнифер, быстрее. Бегом, сюда беги. Спасибо. Пожалуйста. Все, едем, детишкам купили мороженое и теперь домой. Вкусненькое мороженое? Да, спасибо. Пожалуйста, детки, пожалуйста. Окей, ну все, мы приехали домой уже. Сейчас, секундочку, я вам дверь открою. Да, вот мы и приехали.
Хочешь себе? Давай, ручку. Прыг-скок. Молодец. Все. Итак, спасибо, что были с нами. На этом наше коротенькое видео заканчивается. Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии и задавайте вопросы. Поддержите нас вашим лайком, присоединяйтесь к нашему семейному каналу. Вот, скоро выйдет следующая часть, как я был дома за хозяина и за хозяйку сразу. До встречи.